С 1 августа Россия открывает границы с тремя странами. Авиасообщение будет налажено с Великобританией и государством Танзания. Среди стран, куда можно улететь, любимая россиянами Турция. Уже есть специальная памятка для туристов. Никакие справки, справка об эпидемиокружении, справка об отсутствии коронавируса при въезде в Турцию не требуется. При полете на самолете вы заполняете анкетную форму, в которой указываете номер кресла, на котором вы сидели, контактные данные. То есть это номер телефона, адрес электронной почты, отель, в котором вы остановитесь. Данные нужны на тот случай, если на рейсе будет выявлен пассажир с коронавирусом. Необходимо также учитывать, что власти Турции на регулярной основе призывают граждан соблюдать социальную дистанцию. Ношение медицинских масок остается обязательным, как в общественных местах, так и на улице в большинстве городов, включая Анкару и Стамбул. За несоблюдение правил ношения маски действует штраф 900 турецких лир. Это чуть больше 9 тысяч рублей. Вернувшись домой из заграничной поездки, россиян больше не ждет двухнедельный карантин. Остается лишь справка об отсутствии коронавируса, которая должна была сделана не позднее 3 дней по моменту возвращения на родину. Все это делается через сайт госуслуг, то есть зарегистрироваться на сайте госуслуг и загружать туда сканированную справку об отсутствии коронавируса. Впрочем, как отмечают туроператоры, далеко не все туристы собрались лететь в теплые страны. Многие наши земляки выбирают отдых в Краснодарском крае и Крыму. Олеся Котровская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».